Давай мне уроки по тому, как надо правильно подметать, когда бабушка. Когда бабушка попросила, как надо правильно подметать, покажи мне. Это Глеб у меня. Показывай. Давай. Потом Глеб. Подожди, стой. Кола подметальщик. Стой. Давай, подметальщик. Ты как в гольф играешь. Стой, тут, не знаю, тут, наверное, не видно. А ну. А ну, давай. Отнеси к бабушке. Глеб, подожди, покажи мне, как надо подметать. Давай, покажи, как надо правильно подметать. Давай, уроки по подметанию. И вот так вот, массово вот так. Красавчик. Надо.